значит так, вообще ищешь увлекательный канал, но не знаешь, где его найти. Ищешь просто охрененнейшее количество видео про Анди Гриффит Шоу, значит тебе на канал мистера Анди. Здесь ты найдешь просто охрененное количество видео, монтаж, супер интро, стримы и так далее, так далее. В общем, если у тебя не бомбанул пока пукан, тогда тебе точно сюда. Давай, давай, чувак. Давай, вот так даже смотри. Вот, все. Все в твоих руках, давай. Всем здравствуйте, дорогие слушатели нашего канала, подписчики, любимые зрители, всем привет, ребята. Сегодня мы играем в КС-ку, а точнее не в обычную КС-ку, а КС-ка, короче, которая есть в стиме, выживание. Суть этой хрени — выжить, построить всякие постройки. Как же это мы будем делать, мы сейчас, ну короче, все подробнее мы будем сейчас это делать, рассказывать, показывать и так далее. Тут надо добывать ресурсы, типа вон железо и дерево. Это сталь. А, сталь, да, сталь, извини. Ну и так далее. Вот, кстати, первое дерево. Вот так мы его добываем, сейчас подходим. И нам дается, короче, по деревяшке. Так, ты иди тогда добывай. У нас также нападают зомби, точнее, много зомби, зомби-волны и так далее. Ты куда ушел? Ну, тут дерево. Ага, супер. И, кстати, еще этого великана покажи за Нейда. Ну, окей, давай. Я просто не знаю, не помню, где он находится. Опа, все, убил одного зомбаря. Так, они, кстати, тут такие нормальные, вы не думайте, то, что я сейчас первого удара убил, потом их до хрена будет просто. Так, нет, не эта штучка. Чего? Ну, кстати, еще в здании, помнишь, где этот один крутой стоит, там еще в здании такая дырка, там, какие, я не знаю, что это. Ну-ка, сейчас посмотрю, где бегу. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Вот мелкий негодяй. Вот иди ко мне. Вон, смотри, там в стене еще. О, в здании. В каком? Вот. А, вот этот, ты про вот этого говоришь? Ну, дылка, вот. Вот этот, видите, это необычный вид зомби, и вот эти вот катаны или пушки, типа того. Какие катаны? Ну, пушки, короче, они очень жестокие. Ага, вижу. Тихо. Есть. Давай, этого мочи. И вот пос... там дерево, там дерево. Ага, пошли, давай собираем. Также а, тут... тут эти личинки. Ой-ой-ой. Тут также можно прокачивать навыки на Т. Сейчас я чем прокачаю, у меня три этих. О, тут сталь. Я это прокачаю. Ух ты. Все, убил. Так, ищи... Я, наверное, знаю, куда они. Я давай думаю... объясним, короче, суть этой игры. Суть игры — выжить, построить вон, вышки, личинки, которые... Чего тебе надо? Вот. Ой, его. В смысле, она же там еще, да, получается, да, или две? Две, что ли? Офигеть. А? Ты мне это заклятие наложил. А, беги, беги. Короче, почему? Видите, вот тут где-то полосочка такая, снизу, короче, где. Да блин, беги ты, ты кого встал-то? Я сейчас тоже из-за тебя сдыхать буду. Беги, беги, беги. Блин, у меня уже немножко вообще осталось. Где убежище? Зомби, уйди. Пошли нафиг. Ой, у меня тоже сейчас заклятие. Видите, он снизу, где моя башка, типа. О, все. У меня тоже из-за тебя. Отбежали, называется. Ну ладно, да что за хрень? А, это. Я уже возле домика. Все нормально. У меня оно повышается. Так, давай в склады пока ночь что заполним. Я выжил три этих. Ой, точнее, четыре этих. Опа, ночь. Вот сейчас как раз таки такая хрень будет, их будет дофига просто, и мы их должны отбивать. Мочи-мочи, чувак. О, красавчик. Так, фонарик надо выключить, вот, все. Вот у меня FPS подседает что-то из-за него. У меня нормально 50. У меня вот сейчас, когда бегали, 50-ка была вообще супер, 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 супер. Так, видишь кого-нибудь? Нет. Я тоже пока что. Мы, кстати, не добыли. А, вон, вижу, кто-то бежит. Ну-ка, может быть, кстати, это включить немножко. Пока так, я их мочи. Мы тут дерево не добыли. Еще дерево добуду. Я немножко звука, наверное, включу. Если это тот или вот этот. О, все, звук, короче. И кроме меня, и дерево добыл еще. Положу.
Я не знаю, сильно не слышно. Ой, сильно будет слышно или нет звука. Чё, ты добыл? Ну, положил. Угу, окей, давай. Что-то замок. Обычно первая волна, знаешь, вообще до хрена тут. Так. Не, помнишь, на шестой, это там этот великан. О, красиво. Тут никого нету, да? А ты, кстати, какие навыки прокачиваешь? Я выживание, наверное, прокачиваю. Ну, я тоже. Я, кстати, еще покажу навыки. Вот навыки. Так, я хочу костер прокачать, чтобы мы хотя бы с тобой костерчик сделали. О, еще один бежит. Как вы видите, я прокачал навык и искатель приключений, и теперь я могу видеть, типа, видеть немножко зомбарей. Над ними... я, кстати, тоже это прокачал. Да, прокачал. Вообще суперский навык. Если, допустим, где-нибудь за вот этой машиной будет это, как ее, дерево будет лежать, то мы его сможем увидеть. Ага. Вот видите, типа, показывает, где зомбарь. Как так? Мне звонят, я остановил. Кто тебе звонит? Телефон прикольный. А, ну окей, я тогда тоже паузу. Так. Так, вот мы продолжаем, на нас уже тут напали. Так, я прокачал еще, кстати, один навык. Костер, мы теперь можем сделать костер. Кстати, я не знаю, что костер делает. Мотивом! Господи, мне показалось, он тебя убил. У тебя сколько хпшек? 49. О, кстати, не надо будет. Что-нибудь? Иди, короче, железо добывай. Что там? Надеюсь. Надо это починю, я немножко подхилю, вот все. Так, я сталь нашел. О, тут много тут и стали. О, все ништяк. Будем жить, значит. Нам надо с тобой энергию сделать. У нас пока с тобой одна сталь. Это очень хреново. О, зомбарь, здорово. Как так я тебя не убил? Все. Так, сик. Возвращайся обратно. Я пока тут убежище охраняю. Чувак, короче, нам обязательно, кстати, чтобы сделать какой-либо, ну вот видите, типа вот такие площадки, здесь вышку, здесь энергию можно и так далее ставить. У меня 14 стали. М? 14 стали. О, нифига себе, ну. Так, давай построй что-нибудь, у меня еще есть 6. Так, давай. 5 стали. Что будем строить с тобой? Может быть, вышку попытаемся? А, нет, да. Дерева надо много. Сколько надо? 20 дерева. А у нас, да, мы можем только брать 15 дерева. 15 дерева. Да. Видишь? Ну ты что не видишь, тут снизу показано. Так, гараж какой-то даже может потом. Склад. Иди, завали их всех тут. Машину построим. А может быть генератор? Не, давай генератор. Пока что построим. Потому что. Сколько стоит? 5,5. 5,5? Да. О, а сколько только стоит? Не знаю, там надо посмотреть. Ну, генератор нам по-любому с тобой будет нужен, так что я пока что генератор тут сделаю. Нет, просто есть еще дерево и сталь. Там давай. Мой. Помогай мне строить. Давай, давай. О! Майнкрафтеры тащат. Так, что тут еще можно? Турейка, давай посмотрим. А, на 6,6 у нас есть шанс. А, нет, у тебя сколько железа осталось? Вот тут есть. В сундуках. 6,5. О, слушай, как раз сейчас турель еще сделаем. Вообще супер. А, надо же 6 стали. Но, так у меня есть. А, у тебя есть. У меня 10 есть. Стали. А, ну да, все хорошо. А, дерева мне не хватает. Сколько? Дерево возьмет. Все, дерево взял. Из склада. Это ух, типа складик, туда можно ложить вещи всякие, передавать, можно так сказать, вещи и вот строить. Сейчас мы сделаем турель. Куда ее поместить? А давай, как обычно, как мы делали, вот тут где-нибудь. Тут построить ее? Как ты думаешь? Давай тут. Все, установил. Давай, помогай мне быстрее. Ну это прикольно, слушай. Вот она. Пушечка. Только ты я не в ту сторону стоял, ладно. Да нормально. А я на сюда не мысли. Тогда все будет очень плохо, чем я думал. Очень плохо все будет. Так, я пока все, короче, вот это положу. Опа, волна, волна, чувак. Волна.
Чё, где они? Я не знаю, кто. Чё, вообще никого не будет? А? Ага, никого не будет. Я не знаю, сильно слышно звуки или нет. Или, может быть, их вообще не слышно. Давай, куры. Давай. Стреляй, стреляй. Она, конечно, слабенькая. Очень. Красавец. Только так. Ой, это... Они так еще. Слышь, мы это, как гопники на карты тут взяли. Деньги отжимать у зомбарей. Ого. О, у него бабло на нуле. Еще. Давай. Так, стой. Слышь, семки есть? Эй, ёпте. Мальчик, давай семки отжимай. Да пофиг, семки у них отжимай. Давай там. О, вот, тут двое. Давай, семки есть, ну-ка. Ну-ка, сейчас мы тебя поишаем. Да блин, я попасть по нему не могу. Молодец. У меня 4 хп. Беги. Сейчас я у этого семки отожму. Семки есть? Не было. Да блин, что за хрень? Я вообще... Фонарик. Эй, ёп. Нормально, пошли. О, смотри. Ну чё, вот сюда один поставь. Здесь. Ты чё, давай быстрее. О, ништяк. Братик! Ты был хорошим другом и человеком тоже. О, всё, третий день. Чё такое? Мне что-то удалось тут. Давай ещё поставь. Я не могу. О, красавчик, у меня 23 хп. Во, я поставил, понял, а ты. Да, сейчас тут убьют. Ладно, я пойду, попытаюсь пест купить. Ну-ка, тут есть? А где это, слышишь, где киосочек этот, я, магазинчик? Кстати... Чё? Ну-ка, пошли туда. Может... Ты уверен, что нас сейчас никто не убьет тут? Ой, так, я видел там сквозь стены. О, дерево. Тырим дерево. О, вот это толстяк. У толстяка сталь. У него сталь? Да, у толстяка сталь и дерево. Ну-ка, где? Вон там. А. И там сталь. Короче, прикрой меня, слышь, прикрой. Не-не-не, не нападай, просто смотри, чтобы он на меня не побежал. Ой, давай. Тихо. Блин, пожалуйста. А, он. Землетрясение! Ты чё там делаешь, господи, ты меня напугал. Не, то не получится взять. Давай. Где его? Прикрывай меня, короче. Дерево сейчас я. Эй! Ты нуб! Братик, меня сейчас зомби огреют, у меня 23 хп. Убей его! И улыбал, 19 хп, ты меня будешь прикрывать? У меня чё, где идти? Ну не сильно, все, погнали, всё, погнали. Иди домой, я тебя прикрою. Я сейчас сдохну, ёлы-палы. У меня знаешь, что мало? ХП. Братик, прикрывай меня. Зомби! А? Не бейшь меня! Давай. Как гопник настоящий. Турелька тут стоит, все отлично. Че, может быть, еще тогда одну сделаем? Давай еще одну. Все, давай турельку еще одну сделаем. Я за ними буду следить. Блин, не, он меня спалил. Ну-ка, а сколько вторая уровня турелька стоит? О, мы же тут не облутали. Сталь, идея. Слушай, а может быть второго уровня попытаемся сделать? А, ну-ка. Да, давай второго уровня турельку попытаемся сделать. А ее что, можно улучшить или что? Типа того, сколько у нас. Блин, мне знаешь, что еще не хватает? Чё? Буквально маленько два дерева. Два дерева? Ну-ка. Да. Я там дерево добыл, сейчас положу. Ты-то не можешь, это максимальное, тут только 10 можно ложить. Блин, мне надо два дерева добыть, и мы сможем второго уровня турельку сделать. У меня 5 дерева есть. Да это хорошо.
А ты попытайся сделать, иди, короче, забери все железо и все это. Нажми на, короче, знаешь на чем? На И и сделай турельку второго левела. Давай только быстрее, я тебя прикрываю. Вот эту все забавно. Давай, давай, на И быстрее. И второго. Лучше. Огневая турель. Вот автоматическая. Не-не-не, огневая. Снизу такая. Нет, вторая, да-да-да. И вторая тут, которая. Так, все. Огневая, вот. Да? Или ты да, какую вот. Нажал? Огневая. Все, давай. Давай, ставь ее сюда. Я не могу на нее тыкнуть. В смысле? Я не могу на нее что-то тыкнуть. Ладно, тогда все вылаживай, сейчас ночь наступит. Иди вылаживай давай. Нет. Иди давай. Так, мне надо это. Еще тогда получается, если ты не можешь сделать два дерева, она же два там стоит, сколько мне не хватает. Да, два дерева. Я смогу ее сделать. Такс. Опа, зомбари сейчас нападут. Турелька, стреляй. Давай, турелька. Ты че? Ты не губ. Ой-ой, меня еще убьют, походу. Иди сюда. Лень. Знаешь, это какой-то, не знаю, круг. Вон. Короче, какой-то. Мочи, мочи, мочи. Братик, тебя на... Видите, напали гопники. Чё? Тебе сейчас семки будут, они сами отжимать, так что ты поаккуратнее будь. О, ух, о, смотрю. Баба Ванга, ёлы упала. О, ты не дебил, зачем ты это сделал? Я сдох. Да, из-за тебя. Чё ты сдох? Я не знаю, чё я сдох. Ладно, хотя бы у нас тут возрождение есть. Ну-ка, давай-ка убавлю все равно немножко. Нифа их тут. Пухля, давай, бомбани их. А им это ничего не делают, ты что гонишь? Да, я знаю, я просто. Ты, кстати, ничего подлетаешь ты, когда она тебя бьет. Нифа их тут. Давай, мочи их. У меня 17 хп, какой мочи. И чё? Они меня сейчас там отожмут, у меня семки мои. Дай на. У меня пухля это напал. Там пухля. Бомбани. Ну нахрена ты это сделал? Чё? У тебя 11 хп, это много. Да, 4, не хочешь? А, 4? Да. Опа. Чё это такое? Все из-за тебя. Если бы не ты был, мы бы выиграли. А чё? Давай, давай, мочи их, мочи. Толстяк сел. Ты приседай это, там больше вроде роняешь. Ну не, роняешь больше это. Типа вот так вот приседя немножко. О, убил. И там твой. Тут пухля. Да, молодец. Братик, я горжусь тобой, то, что ты так умеешь этих хрени убивать. Не, они мне просто нравятся. Я из-за них так подлетаю. Ай, мамани его. Настоящий герой. Ой, я нифига на. Ну ты чё, плохо подлетел. Да, я еще должен был разбиться, да? Тебе надо еще и учиться, и учиться. Полетать. Ой, я, кстати, могу. Оказывается, из них это дерево тоже выпадает. Прикинь. Дерево? Ну. Так, чё? Скафчишь? Скафь давай именно. Так, я не понял. Чё? Мне нужна, короче, какой-то навык, одним словом. Чё за хрень? Кстати. Навык, ну-ка, навык. Какой навык-то надо? Улучшение проектов. Короче, нам какой-то с тобой навык нужен. Только какой? Мастер для выживания, может быть. Короче, тогда вот это, конечно, это может быть зачем мне поможет. Что там не опять? Не пая эту какую, я не знаю. Что она там стреляет? Я короче сделал. Короче, мы ее не сможем сделать. Чувак. Давай когда посту сделаем. Ну давай еще тогда по расту сделаем. Так, можно даже еще одну сделать. Помогай. Только, ну, захренач. Синь. У тебя есть еще железо одно? Железо, так. О, да, есть, я его еще. Вот я.
Сейчас на паузу. Давай, ну. Так, все, давай, я взял. Вот я тебе только. На четвертый. Вообще, день. Вообще супер. На четвертый день. Да, 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 прикинь, у нас такого вообще никогда не было с тобой. Мы, походу, еще больше дней поживем. Так. А нет, вот нам еще энергия нужна. Энергия? Да, да, да. Ну-ка, сколько там энергии стоит? Тун-тун-тун-тун. Смотри, это какая мощь. Стреляйте, давай даже. Хорошо, что они нас не роняют. Прикинь, там 20 раз бы нас уже убило. Так, надо посмотреть, сколько генератор стоит. 5,5. Да, короче, я погнал что-нибудь добывать. 5,5, 25. Какой ты умный, ёлы-палы. Вообще. Высшая математика. Эйнштейн вообще отдыхает. Да как? Я охренею, если она меня еще убьет. Нет. Че тебя убьет? Ты там баба, я по ней не попал, думаю, она меня сейчас еще вшатает. Почему я туда не могу забраться? Так, у меня есть деревяшка. И все. Я тут железо вижу. Нифига. Ну че, кто первый, давайте. Че ты? Тут, короче, у меня на уклюзе. Да блин. Че ты еще сдохнешь? Ага, все сдох. А, ночь. Не файх там. Да ну нафиг. Ты за меня, за мной что ли? Ты увидел их там сколько, да? Я видел, я через стену видел. Жесть. О, нет, кстати. Нифига. Нифига ты там их сколько. Братишка, я восстал из ада. Из зада твоего восстал я. Давай стоять просто. Давай. Да я на дом заберусь, слушай, можно? Можешь сюда встать? Ой, сюда, сюда, поближе к этой. Давай. Пока, братишка! Давай, Феникс. Короче, справляйся без меня. Нифига они жестокие так-то, да? Да не, ну мы. Только их как нифиг делать можно. Жесть. У нас никогда с тобой такого не было, да? Ну. Давайте, мочите их. Вот эту. Вот пускай они вот этих убивают, толстых. Толстяков. О, красавчик. Нам еще деньги за это дается. Тебе дается деньги за это? Мне? Я не знаю. Да. А, у меня 500 хуже. Че, тоже сюда забраться хочешь? О, можно же генератор рядом поставить и забраться. Нет, они, видишь, стоят только там, где типа вот такая молния. А, ну блин. А можем что-нибудь другое сейчас поставить? Ну-ка, я посмотрю. Так, ловушка какая-то. Ну, наверняка что-то можно, короче, постараюсь, чтобы ты сюда забрался. Склад, например, можно наверняка. А склад маленький? Ой-ой, я к тебе пришел. Так. Нихуя. Че, вышел? Еще давайте моя очередь. О, пускай они вот толстяков, главное, убивают, красавцы. Убивай, убивай их. Ну и все равно мы помогаем бы немножко так. Все, я скис. Так, давай ты те вставай, я занялся. А это Эльки нас приколит. Ой-ё, чувак. А чё за землетрясение какое-то? Я знаю. Только давайте, мочить их. Да, получи. Так, там только их еще много. И только надо помочь. Я им все равно помогаю. Ты понимаешь, эти... Главное, это чтобы они этих убивали. Как толстяков этих. Блин, да, как я буду тебе это... Братик, а, строю. Толстяк. Пускай только они толстяков убивают. Туэльки. На тебя толстяк. Они тебе его не убьют. Ладно, я пускаю камикадзе. Я его убью. Блин, они его сами убили. Ладно. Я не подлетел. Так, давай ты тебе вставай, и я заберусь. Давай. Давай, давай. Ну, вставай. Давай, вставай. Моя очередь. Нет. Давай. Ты меня обидел. Пошли лучше потом, мы заберемся туда, пошли, чем добудем для начала.
Там толстые. Пухли. Не надо, братик. Ты же сдохнешь, ты сам знаешь этого. Пухли. Он сам взорвался? Не. Так, там есть зомби? О, там два зомби и сталь. Там сталь, слышь. Я сталь тоже нашел. Давай добывай сталь. Помоги и мне. Копейкое. Пухля. Он быстрый. Он за мной гонится. Да я его бомбанул. Бомбанул его, красавчик. У меня 2 хп осталось. У меня 36. Иди сдохни лучше тогда. Я буду до последнего драться с этими двумя. Ну, как знаешь. Давайте, кто первый его. Знаешь, теперь я за наше убежище вообще не волнуюсь ни капельки. А там еще один толстяк. Ладно. У нас, кстати, на все про все 2 минуты. Нифига. Нифа, там снова дофига в зомби. Ну и верю. Но. Тихо, олень. За тобой наблюдает и в кустах такой засел. Что за хрень? Откуда это было вообще? Да. О! Видишь, что появилось? Чё? Посмотри, сверху. Ничего не вижу. Это появилось как жизни. А, есть. А что только сейчас увидел? Они у меня только сейчас появились. Жизни. Ну не, я думаю, что это дракон. Я думаю, то, что... Кстати, вот видите вот этого, ребята, персонажа, который появился, типа, линия большая. Это, типа, какой-то босс, который хрен знает, короче, когда он появится. Это дракон. Мне кажется, это не дракон. Мне кажется, такой жердяй большой. Не, вот в этой волне кастики вот этот толстый приходит. Так, где он? Железо, блин, железо. Так охота это железо забрать. О, дерево нашел. И железо. Так, я когда буду нет, это железо охранять. Окей, давай. Чувак, мы будем жить с тобой. Я дофига железа нашел. Офигеть, там сколько этого. Дерева. Ну-ка, стой, дай я посмотрю. А ты в курсе, если мы убьем того толстяка, да? Угу. Прикинь, мы сколько всего получим. А почему? Ты видел, сколько он всего охраняет? А, точно. И сейчас я за стеной посмотрел, там вообще дофига всего. Слушай, иди-ка сюда, мне поможешь. Ночь. Чувак, иди сюда, короче, поможешь мне сейчас забраться. Ну-ка, или я сам. А нет, никак, я сам не заберусь туда. Чё? Я хочу вон туда попробовать забраться. Иди сюда. Иди. Что, иди. Ночь. Быстрее, быстрее. Я хочу посмотреть. Получится, нет? Вставай сюда. Это что было? Ты слышал? Нет. Ну-ка, давай я попробую встать. Давай. Нет, нифига. Надо еще что-нибудь такое. Беги! У меня пару хп. А, нет, у меня стой, я же сдох забыл. Сейчас я их. Братик, убегай. У тебя сколько хп? 70. Пошли тогда. Посмотри на это! Где? А я думаю, это кто-то орёт-то. О! Привет вас. Беги, беги, о, беги, беги! Он их задерживает. Жесть. Кстати, возможно, после этого мы над этим и закончим нашу серию. Хотя пошли его, короче, отдубасим. А потом же это там на зомбаке. Он завис, кстати. И там сколько зомби. И чё? У нас турели. Мочи его, он завис. Давай, думаешь, давай. Думаешь, мы их убьем? Я не думаю, что их убьем, но турели нам помогут, это точно. Мы же, кстати, сделаем турель. Слушай, а, нет, у нас же дерева нет. У тебя есть 6 дерева? Нет. Так стоит это вот. Так, теперь убегай, убегай к это, к турелям. Давай, 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 такой эпик сейчас. И сейчас резко на них нападаем. Давай, давай. Мочи их. Вообще насрать, даже если подохнем. Потому что турельки не, это, не отобьют. Турельки не отобьют? Они не отобьют, ты что гонишь-то такую орду? Они нападают, блин. Ну ничего, толпу они точно тут еще перебьют. Скорость. Давай, давай.
Давай, 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 чувак. Они не должны. Мы не должны проиграть. Как говорил кто-то, кто-то, сражаемся до конца. Че, не жестоко? Давай, да. Чиним, чиним, чиним. Вот эта хрень, это типа наше убежище, и мы ее еще чиним. О, все 100%. Братик нападает за этим, все нормально. Отходим, отходим, отходим. Отходим. Кабе стольких, как нифиг не масть. У меня то дерево. Так, я на ути поглощаю. Ну давай. Так, над этим, ребята, мы, наверное, закончим нашу серию. Даже. Я не знаю, кстати, слышно нас было, не слышно, потому что я немножко звуки прибавил. Но, надеюсь, было слышно. Надеюсь. Короче, в общем, ребят, если вы тут впервые, можете подписаться, короче, там что-то поставить, наверное, да? Прокомментировать тоже, наверное. Если вы не за зомби, тогда не ставьте антилайк. А если вы за зомби, все равно не ставьте антилайк. Никогда не ставьте антилайк. Да, никогда не ставьте, не ставьте. Лоис, ой, блин, Лоис не ставьте. Луковицы всегда ставьте. А вот антилайки никогда не ставьте, да. Так что всех с 9, ой, путаю, с 8 марта, блин, что-то я заговариваюсь уже. Сегодня 7. Ну, завтра уже. Так что, ребят, я надеюсь, вас это порадовала серия, потому что реально их не было очень много. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Пока.